Ольга Кирияк – преподаватель французского языка и уже много лет вышивает национальные рубашки. Первая проба пера состоялась давно. Женщина решила вышить дочке блузу в традиционном молдавском стиле. И именно тогда Ольга поняла, что это ее настоящее призвание. Каждый орнамент что-то означает. Вот здесь я вышила символ птицы, потому что все мы мечтаем летать как птицы. И я вдохновилась работами Константина Брынкуша. Ольга создала более 70 работ, большинство из которых посвящено красотам Молдавского края. Мастер активно участвует в культурной жизни Страшенского района, с удовольствием принимает участие в различных мероприятиях, проходящих как в Молдове, так и за ее пределами. Накопив достаточно опыта, женщина издала и собственную книгу «Вышитое счастье». Национальные рубашки – это пейзажи старины, прочитанные и переданные женскими руками. Это поэмы народного творчества. Я совершила погружение в фольклор, в песни, в которых говорится о нашем традиционном костюме, в искусство и фотографию. Свои работы Ольга не продает, потому что признается, что не может с ними расстаться за деньги. Но зато женщина с удовольствием дарит их тем, кто ей дорог. И говорит, что некоторые из своих работ хочет оставить как наследство своим детям и внукам. Это коллекция детских национальных рубашек, которые носили мои внуки, в которых их крестили в церкви. Мы их с детства приучаем гордиться и носить народный костюм. Авторские работы Ольги Кирияк носят не только в Молдове, но и во Франции, Ирландии, Англии, Румынии и в других странах. Вероника Лешко, Евгений Гуменюк, Акчен ТВ.